Греция открывает туристический сезон уже в июне. Информационное агентство «Арианда Новости». Как сообщает греческое издание «Кати Мерини», некоторые гостиницы начнут открываться уже в июне. Такой прогноз дал президент Ассоциации туристических организаций Греции Янис Рицас. Отмечается, что во всех отелях будут введены некоторые эпидемиологические правила, будут усилены нормы дезинфекции поверхности и помещений. В первую очередь ожидают местных туристов, после – граждан из стран с благоприятной обстановкой. Напомним, что 15 апреля открылись Дания и Австрия. До конца месяца снимет карантин Польша, Франция и Норвегия. Если вы запланировали переезд в Евросоюз, самое время подумать о своей иммиграции и уже сегодня начать подготовку документов для визы, забронировать время в посольстве, а также получить необходимые приглашения от работодателя. Мы с удовольствием вам поможем в этом. Наши контакты в описании под видео. Всем удачи в иммиграции!